Партнер прогнозу погоди на 34-му телеканалі «Аріда». Суха мікстура від кашлю для дітей. Доступний засіб, перевірений часом. «Все ново весной, да и сами весны всегда такие новые», писала канадская писательница Люси Монтгомери. Чем удивит нас весна в воскресенье 12 марта, расскажу вам я, Николай Диденко. Здравствуйте! Следующие сутки над территорией Украины будет преобладать переменная облачность. Температура воздуха немного понизится. В среднем днем ожидается около 9 градусов тепла. В некоторых областях прогнозируются осадки в виде дождя, а местами даже мокрого снега. А теперь детальнее синоптики ситуации в каждом из регионов. В центральной Украине суточные температурные показатели составят от 4 до 8 градусов тепла. Небольшие прояснения предвещаются в Черкасах на протяжении всего дня и в Полтаве после обеда. Осадков в регионе не предвидится. На юге страны термометры в течение суток покажут от 5 до 13 градусов со знаком «плюс». День в Херсоне, Одессе и Симферополе выдастся дождливыми. Местами не исключаются и кратковременные прояснения на небосводе. 12 марта отмечается Международный день планетариев. Цель проведения этого праздника – заинтересовать подрастающее поколение миром астрономии. Посетите ближайший планетарий и присоединитесь к тайнам Вселенной. А мы возвращаемся к прогнозам. В Западной Украине температура воздуха в течение суток будет колебаться в пределах 0-7 градусов тепла. Облака затянут небо над регионом на целый день, что повлечет за собой дожди. В Ивано-Франковске в утренние часы ожидается еще и сильный мокрый снег. В северной части страны ночная температура воздуха опустится до плюс 3 градусов, а максимальная дневная достигнет 8 градусов выше 0. Несмотря на сильную облачность по всему региону, дождь пройдет только в Житомире. На востоке прогнозируется полное отсутствие осадков и довольно частые прояснения на небосводе. Термометры в регионе в течение суток покажут от 0 до 9 градусов тепла. А партнер прогноза погоды – «Арида» – сухая микстура от кашля для детей. Доступное средство, проверенное временем. Берегите свое сокровище. А теперь подробнее о погоде в восточных областях. В Луганской области ночью на термометрах можно будет увидеть 0,2 градуса тепла. А днем прогнозируется от 5 до 8 градусов со знаком «плюс». День ожидается пасмурный, но осадков не предвидится. В Донецкой области ночные температурные показатели составят 1-2 градуса тепла, а в полуденные часы они будут колебаться в пределах 6-8 градусов выше 0. В области прогнозируется переменная облачность в течение всего дня, без осадков. В Днепропетровской области после полуночи ожидается 2-4 градуса тепла, а в дневное время плюс 8, плюс 9 градусов. Ясным небо будет только в Павлограде в ночные часы. В остальное время в этом городе, как и по всей области, будет царить переменная облачность. Осадки исключены. И о прогнозах синоптиков для столицы Украины. При суточной температуре воздуха 4-8 градусов тепла, день в Киеве предстоит пасмурный и дождливый. В течение суток прояснения на столичном небосводе не предвидятся. Это была вся информация о погоде на воскресенье 12 марта. Хорошего вам настроения и до встречи в нашей студии. Допоможи! Кашель почався. Суха мікстура завжди допомагає при сухому та вологому кашлі. Це ж Аріда! Так, Аріда! Суха мікстура від кашлю Аріда – доступний засіб, перевірений часом.